Привет, друзья, с вами Томтес. Я сегодня мы поиграем в мини-гейм крафты. В принципе, да. Нам надо собирать алмазы. У нас в сундуке, у нас в сундуке есть факелы. И, чтобы копать, нам пригодится лопата, которую мы будем копать. И железная кирка. Не обязательно алмазы, но тут... Когда иногда выпадает алмазное, иногда железное. Возможно, мы еще с Тутором будем записывать в рубрику, но вряд ли он согласится записывать со мной, потому что это, скорее всего, соло игра. Но тут еще можно с игроками играть на серваке. Тут еще, кстати, может быть лава. Тут может быть лава. Надо аккуратненько туда. Тихо. Главное, чтобы сундук не подожгла. Потому что под сундуком там пустота. Так. Ну, давайте копать будем, искать. Угу. Так. На уровень выше надо подниматься, Хотя там бедрок. Ну, это если прокопать, конечно, вверх. Кстати, я первый раз записываю один в Майнкрафте. Ну, если это не обзор какой-то. Можете меня поздравить. Поставив лайк. Так, стоп, что я сделал? Ладно, прокопаем влево. Для выигрыша нам надо 14 алмазов собрать. 14, да. В принципе. Ох. Я удивлен, честное слово. Так, давайте соберем. Кстати, надо иногда прокапываться, просматривая, есть ли там лава. Кстати, на удивление, тут очень мало лавы. В прошлых мини-геймах мне очень даже не везло на лаву. В смысле. Вау. Так, стоп. Ну да, тут лавы не будет точно. Ну да, в принципе. Может быть такое то, что человеку не повезет и... не будет практически ни одной алмазной руды. И не выпадет. Ну ладно, не важно. Я удивлен, честное слово. Я никогда не видел такого большого количества алмазов. Надо почаще видео записывать, тогда мне больше вести будет. Так. Да. Ох. Да. Что у нас тут? Да, в принципе, что такая карта короткая, серьезно? Или она не квадратная? Или не прямоугольная? А, да. Ох, я испугался, я думал, там уже обрыв. Возможно, мне не повезет. И я не наберу 14 алмазов для победы. Хотя тут всего 14 алмазов вроде. Или еще больше иногда будет, 18-16. Это как распорядятся командные блоки. Ну да. Так, что тут у нас дальше? Пустота. Темнота. Надо подниматься на уровень выше. Да. Нифига себе, она быстро копает. Честное слово. Это я без ускорения. Я сейчас не записываю звук поверх. Я записываю сейчас вот звук прямо как он и есть. Серьезно. Я просто, кстати, сейчас снимаю с микрофоном. Да. Наверное, слышно. То, что я снимаю с микрофоном, но это не точно. У нас же край карты. Ладно, давайте проверим, что еще там. О, точно, я же забыл еще тут алмазы забрать. Они, кстати, рандомно спавнятся. Факел всегда спавнится там, где я спавнюсь. Тут этот мини-гейм рассчитан в данный момент на одного человека, а иногда спавнится большая карта и... Опа. Все, я победил. И играют 4 человека или 2 человека. Как бы типа дуэли, но когда 4 человека, это уже не дуэль. Так. Давайте еще посмотрим всю карту. Ну, не всю карту, конечно. Мы и так ее уже просмотрели. Да, как я вижу, мы уже ее реально просмотрели всю. Вдоль поперек перекопали. Ну, в принципе, тут алмазов нет. Ну, я и так. Уже накопил 14 алмазов. Я так, чтобы потянуть ролик. Кстати, там был булыжник, серьезно? Или камень это?
Скорее всего, поверх него бедрок. Ну что ж, всем удачи, всем пока, с вами был Том. Подписывайтесь, ставьте лайки.